Всем привет, ребят. Ну что, решил я все-таки дальше трешануть. Хочу ее докачать уже поскорее до девятки. И сегодня мы открываем 25 больших кейсиков, которые по 80. То есть мегакейсы, которые у нас есть в игре. Такс. Смотрим, что тут у нас интересного. Вот выявитель жетонов, в принципе, мне не нужен. Вот этот мега ящик. Написано в 10 раз больше предметов, чем в обычном. Что они содержат? То есть есть вот полностью все описание. Монет 94%, что упадет. А редкий боец 2,67. Ну, последних 10, которых я открыл, там только 2 выпало мне. Сверхредкий боец 1,2. Эпический 0,5. Мифический 0,2. И легендарный 0,11, вот так вот, то есть шанс 11 тысяч получается. Ну, что могу сказать? Будем пробовать. Звездная сила 1%. Поехали. Посмотрим, что же у нас сегодня получится. Не знаю, там музычка вам громко, не громко. Сделаю чуть потише. Так, let's go. Так, мега ящик первый. 218. Эль Примо 11. Шелли 13. Да, долго я буду Шелли, судя по всему, копить. Так, Кольтик. Нита. И Дэрил 96. Ничего себе на него дали. Окей, два бонуса. Двигатель жетонов плюс 200 и 8 кристаллов. Ну, вроде так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два бонусных предмета. В принципе, неплохо. Поехали дальше. Let's go. 230. Булл 11. Так, 11 кольт. Дэрил и Эль Примо 83, ничего себе, плюс 17 кристаллов. Как видите, шансы на то, чтобы вытащить героя, очень-очень маленькие. Но поначалу мне первые упало неплохо. Так, 184, Эль Примо 9, Шелли 22, но уже получше. 27, 32. И ну блин, дайте бойца нового. Ну, Пенни у нас, конечно, удвоитель. Так, окей, поехали дальше. Так, 220. Ого. Приму. Блин, на Пенни столько дают, я не знаю. Так, два бонуса. Ну чё, как думаете? Будет, не будет? Плюс 400. Кристаллы плюс 3. Смешно. Как видите, шансы действительно очень маленькие. Так, 150. Пенни. Дэрил. Нита. Ничего себе, пулко. Еще два. Бул. Есть герой и Тара. Мифический. Один из двух бойцов. Ничего себе, не знаю. Три карты. А, не прочитал, поспешил. Ну, поехали, посмотрим, что этот боец может. Что это у нас такая за имба? Красненький он у нас. Так. Ранг, здоровье 3200, атака, супер урон 800. Нифига себе. Что у него за умение? Тарт это открывает пространственный портал, из которого появляется готовое к сражению в раме теневой клон Тары. Нифига себе. Прикольненько. Прикольненько, прикольненько. Надо будет на него однозначно посмотреть. Пишите в комментах. Я не знаю, что это за герой, ребят. Может, он действительно очень крутой. Но, судя по всему, это один из
предтоповых. Круто. Так, поехали. Поехали дальше шаманить. Такс. 206 Эль Примо. 5 предметов нам дала Нита. Вольт. Блин. Так, и один бонус. Ну, конечно. Так, кристаллики, понятно. Let's go. На пене просто дают дофигища. Так, Натара 42 дали, надо будет подкачать. Бул. И бонус 11. Окей. Let's go. Да блин, не хочу я Кольта. Короче, чем дальше, тем сложнее. О, новый герой. И это у нас будет какой-то рикошет. Вот так вот. Окей, let's go дальше. А я не знаю, может выпасть два одинаковых бойца. Наверное, вряд ли. Так, 227. Нита. Рикошет. Эль Примо. Пара. Шелли 54, отлично. Уже получше. Еще один боец. И кто это у нас? Эпический один из трех. Не знаю, посмотрим. Выстрелы по-моему выступают. Посмотрим, что это такое. Честно говоря, не знаю, кто играет. Пишите в комментах, кого посмотреть. Я пока в этом деле. Так, Пуко. Примо. Я так понял, чем дальше, тем сложнее будет. Так, два бонусных у нас. Раз и два. Так, окей, поехали дальше. Рикошет. Семьдесят семь, ничего себе. Ой, а кто это? Какой-то Пайпер. Снайперские выстрелы Пайпер наносят. Ну, я тоже не знаю. Три гранаты бросил, которые набил. Короче, будем смотреть, что это за тетушка такая. Но, судя по всему, у меня уже с этих практически все есть. Так, окей, поехали дальше. И останавливаемся. У нас еще куча сундучков. Такс. Нита. Рикошет. Шелли плюс 30. Хочу, блин, Шелли докачать. Еще один боец. Все, третий. Фрэнк. Походу мы всех эпических собрали. Вот как-то так. Так, ну что, блин. Надо какого-то золотого одного хотя бы выбить. Не знаю насчет новых режимов, пишите, ребят, в комментах по поводу игры. Играю пока 4 часа, поэтому ничего не могу вам сказать. Так, Пайпер плюс 30. О, Шелли 62, отлично. Без бонусных получилось, окей. Поехали дальше. Так, 29. Есть. Разблокировали. Тара плюс 60. Ну, эта Тара, я думаю, что реально будет неплохой. Так. Так, Шелли. Там, наверное, где-то под 500, наверное, на 9 уровень надо будет.
Окей, отлично. Так. Поехали. Улучшим сразу же. Плюс 180 здоровья, 15-16. Так, ну 550. Дофига надо будет. Так, ну окей. Поехали дальше. Добьем. Так, вот приму. Шелли. 13 всего. Такое себе. Опять 13. Да что ты сделаешь? 40. Видите, не часто бонусы падают. 291, Шелли вообще только 8. Я так понял, чем дальше, тем хуже будет падать. Так, два бонуса. Два этих жетонов и кристаллы. Так, окей, поехали дальше. И все. Так, два бонуса у нас есть. Поку, я думаю. Так, удвоитель и три кристалла. Смешно, конечно. Поехали дальше. Так, 304 монетки, нифига себе. Так, Шелли плюс 30, отлично. Барли. И все. Так, осталось у нас еще на 5 сундучков. Рикошет, кольт, нита. Ну, что-то мне эта нита, не знаю. Так, Пайпер. Бул. И все. Конечно, немножко неудобно играть на Ноксе, но... Так, надеюсь, скоро мы это все поменяем. Кольт. Так, Тара, отлично. Еще и Пайпер. Так, плюс 12. Но это, по-моему, самый большой бонус, который есть. Так, Шелли плюс 13. Тара плюс 25. Один бонусный. Ну, если еще упадет, то значит еще один откроем. Так, Поко. Мне интересно, вот после, смотрите, 785, после того, как герой будет на максимум до девятки, дальше будет он качаться или нет? Вот это очень интересно, напишите в комментах, кто выше девятки качал или видел. Так, отлично. Двести шестьдесят восемь, Тара. О, отлично, Шелли 44. Пайпер 56. И два бонусных. Такое себе. Я надеюсь, эти двоители потом остаются. Так, ну что, последний мегаящик. Тара 8. Эль Приму. Шелли 45, отлично. Почти уже наполовину. Пэм. И последний. Три кристаллика.
Ну, что могу сказать? Вроде как бы неплохо. Я не знаю, честно говоря, еще не знаю с толком в героях. Я в основном вот играю Шелли. Ну, надеюсь, что она тащит. Так, еще также я хочу докачать вот полку. Сейчас я посмотрю, что его там делает. На 400. Так, ну поехали, улучшим его тоже. Суперлечение. Так, ну он тоже уже на пути уже максималочки. Так, что мы еще выбили? Что нам точнее еще надо собрать? Джесси у нас нету. Это я понял, так синие герои. Рок. Динамайк. Во, не знаю, как он. Вот этого вот видел. Мортиса мифического, не знаю, мне понравился. Такс. Ну, Спайка, кстати, тоже видел. И Ворону видел, а то этого Леона не видел. Напишите в комментах, какие герои реально интересные вам. Давайте посмотрим хотя бы на этого в действии. Сейчас, конечно же, сольемся, потому что я не могу отсюда нормально играть, но надеюсь, вы меня поймете. Ой, я на мышку. Что-то я настройки сбил. Короче, что-то такое непонятное, не знаю. Хороший он, нехороший. Давай, открывай этот уже свой портал. Блин, сбил. Видите, настройки теперь не могу двигаться. Ну, вроде такое ничего. Но они нас как-то обошли. В общем, не знаю, надо будет потестить его. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть. Я уже побегал из планшета пока, ну, надеюсь, он себя покажет неплохо. Все. Всем удачи, всем пока.